Поэтому я говорю, как должностное лицо этой больницы, главный врач. Я без вашего документа я вообще не запущу сюда врач. Я сейчас вызову полицию и вас арестую. И в следующий раз дайте команду ребятам. Без ведома его документов, чтобы его никуда не пускали в никакой кабинет. Меня никуда, чтобы не пускали? Вот такие видеоролики. Если вы не покажете документ, вас никуда не пустим. Вы заведующий? Я главный врач. ЦРБ, да? Да. Это. Все. Значит, через администрацию района узнайте, в какой он это, организации состоит и что он из себя представляет. Я ни в какой организации не состою. Да какая мне разница? Мы хотим знать. Я хочу знать, с кем я имею дело. Ну, я так понял, что вы, я так и понял, что с кем вы имеете дело. Конечно. Бармалей. Голову подвинь. Пойдем, пойдем. Минус. Пожалуйста. Все минус. Ирина Ивановна подтвердит. Я и попрошаю квартиру. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Ирина Ивановна, это же у нас человек народного контроля. Он контролирует деятельность правоохранительных органов. Ну не мою же деятельность. Ну, он сотрудников полиции на дух не переносит, понимаете? Ну, да мне не волнует его чувство. Смотрите, так как вы уже пока разбеременная, догадываетесь о процедуре. Не то, что догадываюсь, а проходили уже неоднократно. Уже 20-е. Вот видите, новый, запечатан. Да-да-да. Не, ну вы следите, что я... По нулям-то сейчас не показываю. По нулям она не должна показывать. 952, 954. Значит, инструкция. По моей команде набирайте вот такой трудник, посядьте. Я могу посмотреть, что сейчас на дисплее. Посядьте, пожалуйста. Сейчас. Так, знаете что? Контролировать будете не меня. Хорошо. Вот так, я вам сказала, вам понятно или нет? Хорошо, калибровочку. Все, тихо, уберите камеру. Не, давайте. Камеру уберите. Нет, давайте при камере. Ну, давайте при камере сделаем. Так, уводите ее. Это что, отказ от свидетельствования? Как это? Еще меня снимают, еще это самое. Подождите, какой отказ от свидетельства? Камеру уберите. Не-не, давайте проведем экспертизу. Камеру уберите. Так давайте на камеру проведем. С какого это перепуга? Я на камеру буду работать. И да вы не переживайте, вы не переживайте, никуда эта запись не пойдет. А я вообще меньше всего переживаю. Вы переживайте за... Не, ну если вы сейчас нарушите, она обязательно появится в интернете. Конечно, нарушите. В интернете все увидите. Вы снимаете меня без моего ведома, без моего согласия. А я не имею на это право? Это, между прочим, статья. Не имеете права меня снимать. 24-я статья Конституции к вам не относится. Вы должностное лицо. Об этом расскажите в суде. Ну, подайте на меня в суд. Вы сейчас что, отказ пишете от освидетельствования? Вы сейчас что там пишете? Давайте проведем освидетельствование. Я хочу на молодого человека... написать заявление за то, что он меня снимает без моего ведома. Пожалуйста, примите у меня заявление. Я вам могу свои данные передать. А я не хочу с вами никаких данных. Да, пожалуйста, ради примите Бога. От меня заявление. Сейчас. Вы понимаете, что это должностное лицо? Ну, все глупые. Ну, так объясни. Вы только умные. Мы же не, глупые. Ну... Откуда мы можем что-то понимать? Не, вы можете, вы можете объяснить человеку, что он является должностным лицом. Вы же умный, а я нет. Вы можете объяснить. При чем здесь кто умный, я кто не умный? Я не контролирую орган, чтобы человеку что-то объяснять.
Хорошо, давайте, давайте, да, заявление примем. Так а со мной потом, после заявления, или как будем сейчас? Сейчас будем общаться. Если бы все сделали, все в порядке, никакая бы запись в интернет не попала. Сейчас она попадет. Так врач не будет это производить? Я буду это производить. Давайте. Есть разница какая-то? Давайте, давайте. Дуйте. Непрерывно, пока я не скажу хватит. Все. Смотрите. Камеру отверните от все? Меня. Нет, по нулям. Все, по нулям, все правильно. Угу. А меня это теперь меньше всего волнует. Нет, переверни, экрана нет. Иди, уважаемый, не знаю. Так, иди. Так. Вы процедуру записали? Нет, нет. Давид, записали? Ну. Удовлетворили свои как-то желания. Ну, трезво, дальше. Чего? Выключайте телефон. Зачем? Ну, для чего? Дальше снимать. Ребята, вот специально для некоторых хочу вот специально вот эту вот вставочку сделать. Для чего? Что для, особенно для тех, которые думают, что я там что-то делаю ради того, чтобы там пошуметь, пошухерить, да и все. Типа понты покидать, да и все. Не, ребят, это совсем другое дело. Тут был служебный подлог. Вернее, попытка служебного подлога. Она немножко попозже вкурила, что я ее на камеру снимаю. До нее немножко позже дошло, что... Так, стоп, не, какой там отказ? Не, отказ не надо писать. Надо все как-то делать как-нибудь по-другому. А если бы не камера, она бы отказ бы вписала и все. Поэтому тут служебный подлог. В данном случае попытка. Ну, если бы не камера, по-любому служебный подлог был бы вписан, да и все. И без камеры... Без камеры тут ну просто-напросто как ну никак. Почему никак? Потому что на пустых словах жаловаться, ну это несерьезно. Никто жалобу на пустых словах никогда не примет. Нужны только факты. Факты есть, все, есть основа для жалобы. Нету фактов. Извиняй, гуляй, потом доказывай, что ты не жираф. Поэтому единственный мой факт — это видеофиксация. Все, других вариантов тут нету. Чтобы добиться какого-то результата, нужна фиксация. Нет фиксации, нет разговора. Нет разговора, значит, следующая инстанция. Просто такие вещи делаться не должны. Это ненормально. Нужно выполнять нормально свои служебные обязанности. Если государство доверило тебе эту функцию, то будь добра. Выполняй эту функцию так, как надо, как положено. Но никак иначе, а не так, как захочется. Хочу, не хочу, не пойдет. Надо делать так, как надо делать.
Сейчас камера включена. А зачем камера включена? Ну, я хотел с вами поговорить. Нет, поговорить одно. Мы можем с вами поговорить, а потом, если я вам разрешу снимать, вы будете снимать. Вот у меня юрист больницы. Угу. Вот скажите, по какому приказу он не имеет права снимать? Собственно говоря, по статье 1, по части 1 статьи 152, точка 1 Гражданского кодекса РФ. Вы можете вести видеосъемку только с согласия его, меня, ее. Вы можете ее прочитать? А можно еще ваши документы, пожалуйста? Нет, нельзя. Если вы не дадите нам ваши документы, мы с вами разговаривать не будем. Очень плохо. А почему? Вы кто такой? У вас сейчас работает камера. Гражданин, да, она сейчас пишет. Пусть пишет. На каком основании? Ну, я и так пошел вам на встречу, я вас предупредил, что я зайду, буду с вас снимать. Нет, снимать вы не будете. Я изо всех сил стараюсь пойти на встречу. Так. Я стараюсь предупредить. Я мог бы не предупреждать, сразу зайти с камерой. На каких основаниях вы можете так заходить и не предупреждать у видеосъемки? Ну, например, Конституция, 29-я статья. 29-я статья разрешает вам куда зайти, хотите и снимать. Третья часть разрешает мне снимать, четвертая часть разрешает выкладывать в интернет. Нет, и что вы, а мои права защищает Гражданский кодекс, ну, так Уголовный кодекс. Так главнее, какой закон? Конституция, верно? Не, подождите. Конституция, если я не хочу, чтобы вы меня снимали. Вы понимаете, вы должны смотреть. Вы понимаете, что Конституция не может идти в разрез с другими нормативно-правовыми актами? Вот давайте ознакомимся с вашей статьей. Немножко повнимательнее ее прочитаю. Давай. Да нет, я внимательно ее читаю. Ну, вы можете ее озвучить? Я просто хочу вас поправить по этой статье кое-что. Да что вы. А скажите, пожалуйста, а на каких основаниях я вам должна сейчас что-либо зачитывать? На каких основаниях вы вот сейчас ведете видеосъемку? Ведь вы меня же запрещаете, правильно? Я вам хочу просто обратное что-то доказать, понимаете? Нет, присядьте, пожалуйста, давайте, да. Вы присядьте. Я, честно говоря, с трудом понимаю, чем вот эта камера, она что, чем она вас смущает? Нет, смущает меня ни в чем не смущает, понимаете? Я просто хочу, чтобы вы мне документ показали, раз вы пришли в лечебное учреждение. А зачем вам документы-то? Вы же пришли для чего? Я сейчас веду общественный контроль. Я понимаю. Ну, если вы член общественного контроля, вы должны себе документ показать. Зачем вам? Что они вам дадут-то? Вы хотите мои данные, что взять для чего? Да, и проверить. А цель какая? А ваша цель какова? Я же вам объяснил. Я веду сейчас общественный контроль. Так я поэтому и говорю, как должностное лицо этой больницы, главный врач. Я без вашего документа я вообще не запущу сюда вас. Я сейчас вызову полицию и вас арестую. Но это ни к чему не приведет. Не приведет? Все, разговор закончен. Хорошо. А у вас к какому... Извините, все. Можно один вопросик? К какому выше вашего начальства, кому я могу обратиться? Кому? Пожалуйста, администрация района. Все, спасибо. Да. Все, вы свободны. Молодцы. Все, флешку можно взять? Конечно, можно. И в следующий раз дайте команду ребятам. Без ведома его документов, чтобы его никуда не пускали в никакой кабинет. Меня никуда чтобы не пускали. Вот такие видеоролики. Если вы не покажете документ, вас никуда не пустим. Вы заведующий? Я главный врач. ЦРБ, да? Да. Долгота, Долгат Камалов. Вот вы его знаете, а вот мы вас нет. Дмитрий Геннадьевич, Бубенко, не секрет. Все, значит, через администрацию района узнаете, в какой он организации состоит и что он из себя представляет. Я ни в какой организации не состою. Да какая мне разница? Мы хотим знать. И через это Романа Николаевича... А для чего вы хотите знать? А для чего вы хотите знать? Вы что-то хотите сделать против меня или что? Я хочу знать, с кем я имею дело. Ну, я так понял, что вы... Я так и понял, что с кем вы имеете дело. Конечно. А для чего? А вы для чего пришли ко мне? Я же вам еще раз говорю, я веду общественный контроль. Ну вы же какой-то организации должны состоять? Я обычный гражданин, я не состою ни в какой организации. Ну вы-то кому-то должны отчитываться о своей работе? Нет. Или вы так, вы сейчас в интернет выложите, нет, и все будете грязлить? Да, да. Именно так. Ну вот, вот это ваш общественный контроль. Я вас поздравляю, вы сегодня там будете. Я тоже вас поздравляю.
Все, вопросов нет. В общем, вы мне отказываете, да? Выслушать. Ну, я все понял. До свидания. Вы нарушили 323 ФЗ. Вы хотите... При проведении своей видеосъемки по освидетельствованию гражданина. Это единственное, что я вам хотела сказать, поскольку это является врачебной... Давайте тайной. Ознакомимся. Я ознакомилась уже. Врачебная тайна – это что? Это все сведения о гражданине, о враче, о проведении приема. О каком гражданине? О каком гражданине? А мне, что ли? Вы себя снимали? Да, там я участвовал. Ну там вас не видно, а вот врача видно. А использование... А каким образом врачебная тайна к самому врачу относится? Потому что он непосредственно ведет прием. Здравствуйте, помните? Вот. Ну как нет? В октябре месяце я вас снимал. Походит, все снимают. Ну пусть снимает, что. Ну что, а что, что он снял и что такое? Не знаю, вот. Что проблема, так что? А сейчас он выложит в интернет и всех угрязь напишет. Да? Вот видите. Ну если у человека, как говорится, если головой. Если болеет головой, значит. Ладно, все, что, вопросов нет, да? Нету, я так понимаю, да? Ну все, до свидания. Я тебя вообще не вижу.